теперь о том, что происходит в мире. Взрыв, прогремевший сегодня в деловом центре столицы Таиланда, был терактом, заявил журналистам представитель местной полиции. По последним данным, жертвами стали 15 человек, более 80 пострадали. Представитель полиции также сообщил, что было найдено еще 3 взрывных устройства. В настоящее время их разминируют саперы. Мощный взрыв произошел на перекрестке Рачапрасонка в деловой и туристической части города, в непосредственной близости от крупных магазинов и главного индуистского святилища. На месте работает следственная группа во главе с начальником городского управления полиции Бангкока.